Рада всех приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лекцер. И я продолжаю серию онлайн-раскладов для своих подписчиков, гостей канала, друзей, знакомых. Итак, в данном видео по вашим просьбам выполняю расклад. Он будет кратким. У меня в основном экспресс-расклады на тему жизненного кризиса. То есть в чем основа вашей ситуации и как из нее выйти. То есть карты покажут вам либо что нужно в себе поменять, либо какие действия предпринять для того, чтобы улучшить свою жизнь. Всего у нас с вами будет 8 вариантов. Ваша задача расслабиться, настроиться и выбрать тот вариант, который для вас наиболее приемлем, на вас смотрит, да, либо ту цифру, которую вы загадали себе заранее. Хочу напомнить, что расклады могут резонировать только в том случае, если у вас есть интуиция, и вы умеете с ней, скажем так, ладить, да, с ней работать. Потому что я не могу знать заочно, насколько у вас сильный интуитивный поток, и можете ли вы настроиться на меня и на расклад. Всего у нас с вами будет 8 вариантов, поэтому загадывайте заранее цифру. Итак, основа жизненной ситуации, кризиса, да, и как из него выйти. И также для последующих раскладов. И 8 вариант. Пожалуйста, определяйтесь. Даю вам несколько секунд. Думаю, этого времени будет вполне достаточно. Для кого недостаточно, ставьте на паузу, так как вы мне пишете в комментариях, что я вам даю мало времени. Ну и давайте смотреть. Для тех, кто выбрал первый вариант. В чем основа вашего кризиса? Да кризис у вас из-за мужчины. Король кубков, как правило, это мужчина водной стихии. Рак, скорпион или рыба. И все ваши жизненные перипетии, трагикомедии именно из-за него. Вот именно он ранит вам душу. Это не обязательно может быть мужчина именно водного знака. Он может быть такой либо в плане поведения, либо у него может быть асцендент в натальной карте в водном знаке. Как вам выйти из этого кризиса? Здесь у нас падает перевернутый паж жезлов. Во-первых, это карта непривычного для вас формата отношений. Вы понимаете, что это карта отсутствия верности, отсутствия доверия. И самое главное, как говорит арканы, сейчас вам покажу в прямом положении, эта карта еще известия, карта сообщений и звонков. Она говорит, чтобы выйти из этой ситуации, вам, во-первых, нельзя выходить на контакт, даже если мужчина вас будет провоцировать, будет появляться в вашей жизни, да. И самое главное, нельзя ему доверять и открываться вновь. Но с позиции в целом, да, то с глаз долой, сердце вон. Вот это для вас будет наиболее оптимальное, правильное решение, как поступить в этой ситуации. Понимаю, что сделать это сложно, но, как говорят карты, для вас это будет наиболее оптимальный и быстрый результат достижения вашей цели. Изменение качества вашей жизни в лучшую сторону. Так, в чем основа ситуации у нас здесь? У вас здесь очень большие страхи, эмоциональные переживания, бессонницы, слезы в подушку. Что-то вас очень сильно тяготит. Может быть, в целом какая-то затяжная депрессия. Или же это хандра, апатия, тоска, связанная с эмоциональным, физическим истощением. Либо с рядом, скажем так, ситуации, которые происходят в вашей жизни. Как вам нужно поступить, что вам нужно сделать? Шестерка кубков. По шестерке кубков. Либо нужно попросить помощи друзей, родственников, родителей, потому что вообще это карта семьи, карта близких для вас людей. Либо, если вы с кем-то в ссоре, примириться, потому что шестерка кубков – это карта примирения. Также аркан указывает на ситуацию, которая тянется из прошлого, это карта прошлого. То есть вам нужно вернуться в прошлое и доработать то, что вас тяготит. Да, возможно, например, если вы в ссоре, вы сделаете первый шаг, и вам это будет тяжело даваться, вы будете жалеть, но знаете, как... Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и сокрушаться по этому поводу еще больше. Помимо всего прочего, по шестерке кубков, так как карта указывает на детей, то проводите больше времени с детьми, со своими, чужими. Дети лечат душу.
исцеляют ваше настроение. Это для вас будет ключевым фактором, либо в целом позиции. Еще такой вот момент здесь может проиграться, как для того, чтобы очистить свою карму, если у вас что-то идет негативное по судьбе, оказывайте благотворительную помощь детям. Это, знаете, как вам перекроет ваш минус на плюс. Для тех, кто выбрал третий вариант. В чем основа ситуации? Ну, то, что вы на себя поднимаете какой-то неподъемный груз обязанностей. То, что вы пытаетесь натянуть на себе все и сразу. По дому, по работе, по в целом каким-то значимым для вас вещам. Ну, то есть все взвалили на себя. А по итогу вы не успеваете, и это у вас вызывает раздражение, неврозы, стычки, конфликты с друзьями, членами семьи и так далее. Потому что вы вся на эмоциях, либо вы, если мужчина смотрит, вы напряжены, вы раздражительны. Вот знаете, вот слово вам не так скажи, все, вы уже взорвались. Потому что нет отдыха. Здесь для вас это как неподъемная ноша. И что вам нужно сделать? По тузу мечей разрубить этот гордиев узел. То есть если вы что-то тянете, какие-то обязанности по дому, если у вас есть семья, то, безусловно, распределите обязанности между всеми, знаете, в ультимативном порядке. Если вы все-таки сама, то займитесь тайм-менеджментом, делайте какой-то распорядок дня, пытайтесь планировать свое время. Если это в целом груз ненужных отношений, разорвите эти отношения. Если совсем, например, в тягость работа, подыскивайте себе работу, чтобы вам было куда уйти, и, соответственно, чтобы вы на работу шли с эмоциональным, душевным комфортом, а не с желанием умереть. Понимаете, потому что по этим картам, это просто дает вас как камень. Это для вас будет наиболее правильный выход. Для тех, кто выбрал четвертый вариант, в чем основа вашей ситуации, здесь у вас падает перевернутая восьмерка кубков. Если в прямом положении, сейчас так вот покажу. Это уход какой-то осознанный, может быть болезненный, эмоциональный, то в таком положении карта говорит о том, что для вас он неожиданный. Либо поездка, переезд, либо, когда мужчина от вас ушел, это кардинально поменяло вашу жизнь. Это, снег на голову, неожиданно. Что вам нужно сделать в этой ситуации? Перевернутая четверка кубков. Как говорят карты, перестаньте хандрить, переживать, лить слезы по этому поводу. Жизнь продолжается. Даже не только продолжается, она только начинается. Потому что перевернутая четверка кубков – карта новых перспектив, новых возможностей, старта. Это в целом карта положительных эмоций, новых знакомств, новых деловых контактов, социальных связей, новых увлечений. Не нужно замыкаться в себе, сидеть в четырех стенах. У вас все впереди. Для тех, кто выбрал пятый вариант. В чем основа ситуации? Чувствуете себя в каком-то поражении, потому что перевернутая шестерка жезлов – это когда вы понимаете, что в какой-то ситуации вы проиграли. В каком контексте? Вот здесь еще падает карта письмо. Либо вы находитесь в ожидании письма, то есть это могут быть отношения по переписке, либо если с позиции работы, это знаете, как не подписали трудовой контракт, трудовое соглашение. А почему? Потому что форсировали события. Здесь, извините, но косяк с вашей стороны. Что вам нужно сделать? По карте Солнца выждать время и пойти на контакт, попробовать заново. Потому что по карте Солнца все в ваших руках. И самое главное, быть открытым, быть честным, не надевать маску и не ставить себе слишком завышенные цели. То есть, если это работа, вы должны четко понимать, что должны соответствовать новой должности с позиции опыта, квалификации, уровня вашего профессионализма. Если вы, например, в этом контексте не тянете, то, например, о какой должности либо высокой зарплате может идти речь. Так, для тех, кто выбрал шестой вариант, в чем основа вашей ситуации? Двойка мечей, ситуация тупика и карта креста, карта кармических испытаний, то, что у вас сейчас идет по судьбе. И как вам из этого выйти? По четверке жезлов это карта переосмысления, переоценки жизненных планов, системы ценностей. Тут в целом нужно проработать полностью, это карта духовности. То есть нужно поменять себя внутренне. Это раз. Во-вторых, с позиции карта птицы – это карта, которая указывает на новые связи, коммуникацию, размышления, а также на родителей. Если с позиции Таро, четверка жезлов – это карта семейной жизни, либо еще указывает на карту недвижимости. То есть, либо вам здесь нужно решать проблемы семейные, и причем совместно, либо вам нужно решить остро стоявший здесь вопрос недвижимости,
И тогда ваша жизнь наладится. То здесь может быть вопрос купли-продажи, аренды, ну и так далее, да, либо с кем-то съехаться, разъехаться. Это первостепенная задача, которую вам нужно здесь решить. Для тех, кто выбрал седьмой вариант, в чем основа вашей ситуации? Перевернутый дурак – то, что сделали глупость. Неважно в чем, потому что перевернутый дурак – это карта неправильного выбора. Чего бы это ни касалось – работы, отношений, финансов, то сделали неправильный выбор, неправильный поступок. Как это исправить? Как говорит карта, перевернута восьмерка жезлов. Здесь ситуация тупика. То есть вы слишком, например, форсировали события, не знали, да? Думали, что вот быстренько все сделаете и вас пронесет. На самом деле сами себя загнали здесь в тупик. Карта развилки, то есть множество вариантов развития ситуации. И что вам здесь нужно сделать по карте Иерофант? Например, если у вас был формат легких взаимоотношений, то все-таки, знаете, как... настоять на официальной связи. Если вы, скажем так, в чем-то некомпетентны, то это карта обучения, или же это карта покровительства со стороны руководства, то есть, да, начальника, отца, деда, брата, то есть человека, который может вам дать в этой ситуации дельный совет и вывести вас на нужный путь. Либо же это в целом карта консультанта. Например, вы взяли кредит, его не тянете, не знаете, что с этим делать. Идите в банк, требуйте экономиста и занимайтесь вопросом либо перекредитования, либо рефинансирования. В общем, тут масса аспектов. Ну, то есть здесь карта мудрого совета. Итак, для тех, кто выбрал последний вариант, для вас, к сожалению, информация закрыта. Объясню почему. Потому что здесь, вот я не вижу, в чем основа вашей ситуации. Либо вы сами закрываете это подсознанием, я не могу считать. Но по пятерке мечей, это знаете, какая вот позиция? Око за око, глаз за глаз, да? Здесь вам четко нужно вот решать это каким-то... Сейчас посмотрим. Путем, ну не могу сказать, что вместе, противодействие, либо, знаете, желание реванша. Пятерка мечей, когда вот вы проникаете как вор и пытаетесь достичь своей цели. Что это вам принесет? Так, ну придете вы к тупику, потому что здесь вы не видите основы ситуации. Потому что по этим картам, вот смотрите... Во-первых, мне карты не показывают основу вашей ситуации. Пустая карта, как она называется, либо мне нельзя знать эту информацию, либо я не имею права вам ее раскрывать, дабы вы сами не навредили себе. Но единственное, что говорят с позиции арканы, не упускать эту ситуацию из вида. Потому что либо вас кто-то пытается обворовать, в прямом смысле слова, увести вас мужчину, украсть деньги, какую-то интеллектуальную собственность, либо на чем-то вас нагреть, то будьте здесь на два шага впереди, потому что если вы этого не сделаете, то это будет ситуация для вас тупика. Ну, я думаю, в чем основа ситуации, вы понимаете сами. Только не делайте поспешных действий, потому что по этим картам нужно делать все вздуманно, все как обдуманно и взвешенно. Пятерка мечей – это карта все-таки интеллектуальной хитрости, аналитического, знаете, вот осознания, когда вы перекинули множество вариантов, взвесили все за и против, и уже потом пришли к какому-то единому решению. Ну, давайте я для вас дотяну эту карту. Что здесь? Связано это, скорее всего, с мужчиной, потому что король мечей – это товарищ воздушной стихии, это водолей, близнецы или весы. И здесь, если, скажем так, у вас борьба полов, кто сильнее, да, либо попытки что-то доказать, будьте умнее, выжидайте, присматривайтесь, не делайте что-либо наобум, особенно если вы этого мужчину хотите отвоевать. Вот так, вот таким вот вышел расклад. Отписывайтесь, пожалуйста, впоследствии, как он у вас проигрался или нет. Ну, а я искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лекцер. До новых встреч!